Всем привет! Меня зовут Алла. И сегодня я буду делать пион из органзы для декора детской комнаты для девочки. Для начала я делаю шаблон лепестка пиона. Ширина лепестка 18 сантиметров. Отмеряю ее на картоне. Высота лепестка, ну, где-то 23 сантиметра. Отмеряю 23 сантиметра и рисую каплевидную форму лепестка. И вырезаем шаблон лепестка. Для того, чтобы шаблон, точнее стороны лепестка были симметричны друг другу, мы должны вырезать в виде прямоугольника. Отмерить, чтобы противоположные стороны по всей длине были одинаковые, то есть соответствовали 18 и 23 сантиметрам. И сложить его пополам, соединив концы вдоль. Итак, теперь складываем пополам шаблон и вырезаем по линии. Соответственно, две стороны будут симметричны друг другу. Вот такой шаблон лепестка пиона я буду использовать. Так, беру органзу, отмеряю высоту пиона 23 сантиметра и по всей длине вырезаю. Мне необходимо будет сделать 10 лепестков. Теперь складываю органзу по ширине лепестка пиона. Кладем шаблон и вырезаем по шаблону сразу несколько лепестков. Вот такие лепесточки у меня получились. Всего их 10 штук. Беру флористическую проволоку толщиной 0,6 мм и буду ее тейпировать белой лентой для тейпирования. Разрезаю пополам проволоку. На каждый лепесток я буду использовать по 2 половинки, можно и по 3 для большей фиксации органзы на проволоке. Итак, тейпирую проволоку белой лентой вот таким образом. После того, как я затейпировала проволоку, я буду приклеивать ее при помощи универсального клея на сизаль. Вот таким образом. Итак, я нанесла клей на проволоки и положила их в тех местах, где они будут фиксировать мой лепесток. Сверху я накрыла вторым лепестком и зафиксировала руками.
Клей высыхает не сразу. Сначала он, то есть, такой влажный. Надо просто оставить лепесток полежать. Клей засохнет и, соответственно, проволока приклеится. Так, после того, как приклеилась, можно выровнять ножницами края. Можно сделать их более волнистыми. Вот так можно изогнуть лепесток, чтобы придать ему более натуральную, красивую форму. А края лепестков запаивать я не буду. А как я это делала, вы можете посмотреть в моем видео про ирис из органзы. Итак, если уже после высыхания какой-то лепесток не приклеился к проволоке, его можно подклеить. Теперь делаю серединку пиона. Для этого я взяла вот такие тычинки и обматываю посередине флористической проволокой. При этом можно пользоваться плоскогубцами, чтобы было проще обматывать проволоку. Теперь ее нужно туго зажать и соединить между собой две половинки. Это и будет серединка пиона. Для стебля я использую трубу размером, а точнее диаметром 8 мм, в которую я вот таким образом вставляю лепестки по кругу. 5 лепестков, первый круг. И вот таким образом я вставляю серединку. Укреплять лепестки и серединку в трубе при помощи клея я не буду, так как они и так плотно там сидят. Тейпировать стебель я буду при помощи той же белой тейп-ленты, а также можно при помощи белой изоленты. Второй ряд из 5 лепестков я буду прикладывать к трубе и при помощи тейп-ленты фиксировать. Вот такой пиончик из органзы у меня получился. Им я украсила спальню своей дочки. В диаметре он где-то 35 сантиметров, а высота его чуть больше метра. Лепестки пиончика я обрабатываю утюгом с горячим паром, чтобы они приобрели более такой естественный изгиб. А я вам желаю таких же красивых пиончиков. И давайте вместе создавать красивые своими руками. Присылайте мне в ВКонтакте или в Инстаграм свои работы, сделанные по моим видеоурокам. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч!